Лет 25 эта игровая зона не видела никакой реконструкции. И вот на днях между домами 22 и 29 поселке Развилка появилась новая детская площадка. Сейчас уже многие начали приходить, как узнали про эту площадку. Я считаю, что это очень даже хорошо. Мне лично нравится. Я сегодня пришла первый раз с ребенком. Мне понравилось. Появились дополнительные места для игр. Единственное замечание – очень мало качелей для совсем маленьких детей. Игровые элементы выполнены из прочных материалов. И если люди будут относиться к новой детской площадке бережно, то сохранится вся эта красота на долгие годы. Помимо игровой зоны, рядом создали воркаут-площадку, где дети постарше могут заниматься спортом. А на месте, где раньше была импровизированная парковка и водители заезжали прямо на газон, появилось асфальтированное парковочное пространство. Раньше было здесь, были беспорядочные гаражи, был мусор, была трава, выгул собак. А сейчас все хорошо, все нормально. После благоустройства здесь стало комфортно не только детям и подросткам, но и взрослым, которые могут посидеть на лавке, пока их дети играют, и отдохнуть. По району дежурили Юлия Погосян, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.